Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Surfpunk. Так, у нас есть кое-что, что мы можем с тобой открыть. Поэтому... Так, подожди секунду, вот. Ежедневный. Так, так, ага. Отлично, кстати. Забираем все. Так, крутить. Хватает у нас денег? Вроде бы как хватает. Тремор. Подожди, это кто такой Тремор? Это новый, что ли? Так, скорость, характеристика. Показатель скорости перемещения на поле боя. Понятно. Слушай-ка, ребята, у нас новый персонаж. Так, мы здесь с тобой забираем. Давай, наверное, улучшим на X3. Забрали награды. Так, у нас с тобой 4500. Так-то можно улучшить, в принципе, за 3000. Но я не знаю, давай, наверное, улучшим. Вместимость 13500 у нас становится. Так, доступные очки. Сколько их у нас? 11. Так, увеличение модулей танка. Так, увеличение хоррор. Сайфай мне нужно улучшить. Вот так вот. Ну, вроде бы как все. Так, выходим на карту и смотрим, что у нас тут. Так, это я, скорее всего, должен забрать. Почему меня на первую карту кинули, а? Скажи-ка мне на милость. Твою налево, блин. Слушай, какой-то камень эпический. Но я здесь, наверное, не смогу с ними справиться. Наверное, мне нужно прокачать еще персонажей своих получше. Да и поставить нового героя, вот этого вот Тремора, только вместо кого? Давай вот этого уберем, а Тремора улучшим. Так, и еще и заберем. Так, теперь, наверное, вот этого. Солидно. А тебя хватит на улучшение? Замечательно. Так, ну а теперь идем на карту. Почему я не могу забрать? Я нажимаю, и он не забирает. Где эта шахта? Сюда мне нужно зайти или что? Атаковать. А если я не хочу атаковать? Не пойму я, как забрать мне мои 3 гема? Семнадцатый уровень. Ну что, друзья мои, давайте посмотрим, что у нас тут поджидает. В принципе, с такими мы уже дрались. Не должно быть особых проблем. Заодно и глянем, кто такой Тремор и с чем его едят. Так, давай, 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 прогружайся. 3, 2, 1, поехали. Так, это что у нас? Йо. Так, это увеличим максимальную энергию. Давай, 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 давай. На. Слушай, ну он крут. Скорб-то. Выходи, бэм. Так, энергию отдайте мне. Вот он, чувак. Это его скорость движения? Максим... Серьезно, блин? Он еле идет. Ох, ё. Нифига он. Твою налево. Слушай, ну он вообще силен, чувак. Ну-ка, пошли отсюда прочь. Бэм идет. Начинает наяривать по базе. Вот этот чувак крут. Тоже эпический он у нас, да? И да. Разнесли базенку в хлам. Увеличь награду. Не надо мне ничего увеличивать. Мне и так сгодится, наверное, пока. Мне немножко не ясно по поводу шахт. Как мне забрать мои гемы? Это раз. Видишь, тут 3 гема. И с шахтами надо что-то делать. Ну, эту шахту давай попробуем все-таки на нее напасть. Отвоевать, так скажем. А вдруг там какие-нибудь награды будут хорошие, которые нам нужны. Электрические против радиоактивных, радиоактивные против огненных. Началось. Ё-моё, ну, правильно, так этих псин.
Энергия нужна, энергия, ребята. Ёпрсте, ну. База, да какая же ты слабая. На нафиг. Накрамсывай, накрамсывай, накрамсывай их. Тремор, уходи, ой, Бэм, выходи. Ты посмотри, сколько здесь этих слизней, сколько этих тварей на нас ползет. Сейчас я вызову вот этого пацаненка. И будет разговор совсем по-другому. Блин, как он медленно ходит-то. Так, опять эти букашки. Давай по максималочке с тобой разовьемся. Слушай, мне нравится вот этот мужик. Наяривает он бизерф, но медленно идет, очень медленно. Так, отлично. Бэм. Забираем. Это у нас идет накопление, ребята, для нашего танка. Вот так вот. Еще одного позовем. И скорпиона. Сейчас, наверное, суперудар свой бомбанет, да, скорее всего. Не, ничего он не сделал. Все-таки мы справились. Не надо мне никакое увеличение пока. И так меня все устраивает. Значит, здесь справились. Получается, что нам? Еще одну шахту отвоевать. Но сможем ли? Вряд ли. Вот это вот. Слушай, смотри-ка, здесь-то у нас что? Это же торговцы. Это торговцы. Слушай, ну здесь можно, наверное, освободить этот караван, спасти, так сказать. Сейчас попытаемся. То, что у нас тремор есть, мы его еще прокачали на один уровень. Поэтому он довольно не кисло бомбит. Так, а здесь мы должны защищаться. Идут, ползут гаденыши. Так, 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 я успею вызвать? Ух ты! Давай, 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 давай! Их слишком дофигище! Крошите, крошите их! Да. Поехали. Фух. Спасение прям какое-то было сейчас. Еще музыка такая прикольная. Так, энергию дайте. Эх, скорпиончик. Давай, Бэм. Поехали. Есть. Слушай, ну неплохо. Я вот думаю, может быть нам. Слушай, что у нас вот здесь не хватает для того, чтобы открыть последний? Создать артефакт. Создадим. Два часа будет делаться, прикинь. Доступные очки. Так, увеличение ходьбы у саларов, намадов, хоррор брутал. Прокачаем с тобой брутала, так уж и быть. Ну что, поехали тогда далее. Так, а тут у нас еще что ли шахта? А ну-ка, поехали сюда, на 18 уровень. Опа. Новый противник. Ребята, и мы с вами получим еще и сундук. Или сундук, или артефакт. Одно из двух там. Но противник у них будет сейчас новый, по-моему. Такого я еще не видел. Какой-то там темный жнец. С УЗИ причем. Новый враг. Легионер. Культ. Брутал. Под этой рясой скрывается обезумевший культист. Его цель — подчинить все живое во имя своих генералов. То есть это босс, что ли, будет? Нет, вот он. Он идет медленно, ребята, достаточно медленно, поэтому, наверное, он эпический, скорее всего. Ну что, проверим? Так, шикарно.
И культисты эти нам тут не помеха. Вообще нормуль. Бэм, давай вперед. Так, я надеюсь, тут босса не будет. Да не должно быть. Отдай сюда ракеты. Ну все, им крышка. Забомбили. Опа, вот про это я тебе говорил. Так, мы пока здесь откажемся. Что вот это такое у нас? Сундук, насколько я помню. Его, по-моему, можно вскрыть. И там как раз будут награды. Там карточки, по-моему, выдаются. Если я не путаю чего-то. Сейчас вскроем, глянем. Так, а где же он? Сундуки нету, ребята, его здесь. Тут вот у нас что-то вот активируется. Непонятно что пока. Зарядить. А что же мы тогда получили? Хм. Что-то, блин, получили. Танк я не могу дальше не улучшить. Ничего, ребят. Не знаю, с чем это связано. Но 19 уровень нас ожидает. Цепи. Крюки. Ох ты. Ребят, смотрите, какой-то новый юнит. Если мы выиграем здесь, получим нового юнита. И это, видимо, снайпер. В защитной такой броне. Надеюсь, я прав. Как бы вот это вот обычные рядовые. Они против, я так понимаю, всех. А вот здесь вот именно определенные, да? Так, база знакомая, блин. Так, если я сейчас вызову вот этого. Попробуем посмотреть, ребят, насколько он крепок. Так. Цепи. Они даже не успели, прикинь. Они даже не успели свои цепи бросить по нам. Да, стрелок, конечно, хандрит. Бэм, давай в помощь. Он стреляет еще очень далеко. Вот в чем плюс этого чувака. Ну, давай. Раскромсули да свидули. Вот так вот. Это будет, скажем. Да, друзья мои, мы с вами получаем Вайпер. Снайпер с рельсовой пушкой. Ненавидит мутантов, особенно летающих. Тут еще и летающие будут. Офигеть. Новый юнит. Прокачать его не могу. Но, так. Вайпер. Сайфай тоже он. Урон 350. Слушай, ну его надо взять хотя бы протестить. Вот вместо кого? Может быть... Слушай, сколько у тебя? 319, а у тебя 350, да, по-моему? Так. А если я вот вместо этого уберем, а вот этого поставим. И крутанем. Забираем. 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 Так, еще, ребята, 8. Крутанем девайсов, и мы получим с тобой эпический какой-то шар, в котором будет, наверное, не знаю, что-нибудь полезное и вкусное. Так, здесь у нас, смотри, тоже битва. Но здесь зеленая, а здесь-то синяя. И 20 уровень. Так, я вижу новый противник здесь. Ух ты, это что такое? Монохром. Его запустили в производство после выхода фильма о пришельцах. В плане, мы какую-то можем технику вызывать. Это интересно, надо выиграть, ребята, эту битву. Монохром. После фильма о пришельцах выпустили они вот эту вот технику. Так, ну что, готовы? Новый враг, элитный воин рейдеров, очень уважаемый среди своего племени. Прикинь, контрольные юниты, у меня ни одного такого нету юнита, которые могут контрить здесь. Здоровски, я тебе скажу. Давай посмотрим. Да, мы как бы, блин, как бы пытаемся. Только ни шиша у нас не получается, ребят. Ёк-макарёк.
Чего? Вы, блин, сейчас серьезно? Все, по-моему, нас распетрушили, ребят. Я даже не успел нажать на суперудар. Прикинь, как порвали нас. Как хлыщей последних. И что же мы тогда с тобой будем делать, а? Если такие... Вытворяют они фокусы, я даже не знаю. Хоррор, так, салар, намат. Давай так вот сделаем. Слушай, может быть, нам пока на них не идти, а где-нибудь здесь пошоркаться? Вот тут, например. Сможем мы что-нибудь здесь? Ну, в принципе, ребята, можно их хоркать здесь. Опять же, все зависит от того, кто будет первый у нас выходить. Ты видел, что некоторые, они еще как бы, ну, по очереди просто не идут. В очереди дают какое-то фуфло. И бегай с ним как хочешь. Так, давай попробуем. Сейчас, секунду. Пускай подойдет поближе. Ну-ка. Пока нормуль. Отлично. Так, зомбарики, это фигня. Снайпер. Он долго перезаряжается. Но зато стреляет, извини меня, за километр практически. Так, еще давай. Ёк-макарёк. Да сюда, это не твое. Бэм. Мне нужен элитник. Элитник. Жду, ребят, когда можно будет его вызвать. Да в плане ты с пауками даже не можешь. Трындец. Вот так вот. Раз он применяет свои суперудары, значит, и мы будем. Давай, Бэм. Чё-то как-то лихо слишком. То ли у него база такая раскачанная, блин, чересчур. То ли в чем проблема, не знаю. Этот застрял там, блин, стоит на месте, топчется. Топчет, да? Скорпиона вообще разбирает база на ура. Угу. Давай, все, добиваем. Есть. Так, я не буду, наверное, тут ничего улучшать. И так сойдет. Так, смотри-ка, у нас здесь битва за шестеренки. Собрать. А, собрать. Я думал, битва будет. Угу. 20 уровень. Блин, вот здесь-то мы как раз с тобой и не прошли. 20 уровень. Как-то надо, ребята, одолеть. Ну, у нас не получается. Блин, слишком элитные вот эти вот персонажи, которые там уважаются среди племени там ихнего. А, этого же как раз они быстро уничтожают же, да? Ну да. Так, пока вроде вырубаем, получается. Как-то мерзость бомбит. Есть. Нет, они элитни ко мне выносят быстро, я вспомнил, ребят. Хотя как быстро, нормально он держится. Отдай сюда. Чего у вас так много, блин? Хотел суперудар сделать, ага, не тут-то было. А вот теперь да. Слушай, вроде как получается. Ну да. Смотри, что творит, а. Визжат они там. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Еле двигается. Ну, в принципе, снайперу двигаться быстрее не надо, согласись. Ну и как видишь, победа за нами. Так, у нас сундук, ребята, и вот это вот. Новая техника. Новый танк. Вот оно что, ребята. Первого уровня. Ну-ка. Так, естественно, он... Ты посмотри. Он даже на своих начальных параметрах уже круче.
Блин, его еще скрафтить нужно. Для этого нам нужно 30 шестеренок. Так, этот взломать. Давай так взломаем его быренько. Опа. Увеличить награду. Давай. Мы получили с тобой так, пехотинца 7 и 3 гема. Так, это мы закрываем. И улучшение. Давай, у нас денег пока хватает. Вот этого улучшим. Слушай, ему бы, конечно, какой-нибудь артефактик бы не помешал. Кстати, вот артефакта мы с тобой и снимем как раз с обычного пехотинца. И снайпера улучшим. Даже на 2 уровня. Вот так вот. Ну-ка. Отлично. Так, плюс еще нам доступны очки. Увеличение ХП всем танкам, увеличение урона модулей. Универсальный урон. Универсальный, я так понимаю, это обычно, ребят. Да? Скорее всего. Ну-ка. 21-я миссия. Так. Я вижу уже, я вижу, ребята, здесь появляется у них снайпер. Культист какой-нибудь, да? Блин, снайперов только не хватало здесь. Ну правильно, почему? Почему и нет, да? Новый враг. Туз. Опасная и коварная. Никого к себе не подпускает. Лучше убивать быстрыми юнитами ближнего боя. Проверим. Так, отлично, отлично. Визжи там. Тут вышло, блин. А ну-ка. Откидывай, откидывай всех. Тоже возьмем снайпер себе. Чтобы, как говорится, на равных. И что делает? Так, ну. Да ну, хорош. У него-то снайперша, по-моему, как-то посерьезнее будет. Замечательно. Так, бэм, на выход. Бомбашим. Ох, ёк-макарёк. Ты видел, что сделал, а? Пужанулся, сразу начал тут выпускать свои эти штуки-дрюки, да? Ну, ему крышка все равно. Да идите вы. Вот так вот. Ну, увеличим, наверное, награду-то. Ну что, ребята, может быть, пока на сегодня достаточно. Блин, где мне брать шестеренки, а? Шестеренки мы с тобой получаем, по ходу дела, только лишь с баз. Наверное. Ладно. Мы продолжим с тобой уже в следующей серии. Нам еще нужно будет танк этот улучшать. Точнее, даже покупать новый. Но для этого нужно 30 шестеренок. Так, а мы, прикинь, мы можем даже сейчас пока вот этот с тобой улучшать. Вот так вот. На один уровень подняли. И достаточно. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.